откапываю гараж в свое удовольствие. Вот каким размером сугроб нанесло. Вот такие дела. Снегопадные дела. Здравствуйте, дорогие друзья! Зима, вы на канале «Горожанка в селе», и дела у нас сегодня снежные. Вот, сейчас я тут копать буду снежок. Видно вам будет. Сейчас я буду снег нужен. Смотрите, какой. Как сахар. Ну вот так, фитнес по-деревенски. Все мышцы работают, и плечевые, и мышцы живота, и ягодицы подтягивают. В общем, все в порядке, очень даже ничего. Ой, ну ведуха, конечно. Ну что вы хотите? Глашка охотится за воробьями. Интересно, полезть на дерево, нет? Вон их там сколько, воробишек.
Ой, как красиво сидят. Глашка передумала, ушла. Глаш, ты сытая, да? Правильно, не надо птичек трогать. Молодец ты моя, умница. Ой, умница. Ой, какая Глаша умница. Воробушков не кушает. Умница, молодец. Пусть они там себе чирикают. Он как красивый у нас. Ну вот, возле этого куста с боярышниками, с воробьями с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего доброго, светлого, интересного в эти последние предновогодние дни. Пока-пока, с вами была я, горожанка в селе. Заходите на мой канал.